Здравствуйте! Сегодня мы будем изучать тоже мимику лица, но сегодня мы будем проходить не испугивающий момент, как в прошлый раз, а удивление. Вот, например, к вам подходит человек и говорит: «Сколько время?» А вы забыли часы. И вы делаете так. И человек понимает, что вы ему не скажете, сколько времени. Потому что вы забыли часы. Вы понимаете, то есть, если бы вы не сделали такой жест, такое лицо, то он бы не понял. И ждал бы, когда вы скажете ему, сколько времени. А так он все понимает. Давайте еще раз медленно повторим. Подходит ко мне человек. Он мне говорит, сколько времени? Я делаю так. Еще раз повторила для вас. Или еще раз. Давай. Там, повторяйте за мной. О! Вот это как бы за основу берется лицо птицы, которая удивилась, когда ему не дали зерно. О! О! Что-то общее есть с испугивающим моментом, заметьте. Но я тут не морщиню ничего. Я просто наоборот вытягиваю лицо и делаю рот трубочкой. О! Но смотрите, не нужно делать это перед тем, как вы посмотрели. Это делается всегда после факта. У вас нет часов. О! Понимаете? Еще раз. У вас нет часов. О! Можно делать со звуком. Но если делать только со звуком. О! Нельзя делать со звуком. О!